опасаться нас или за них? Я слышно, по-моему? Да, по рации нет, РКВ написан. Ну все, спереди там. Два, какой? 5-1. Там надо нащупать. Они что, больше? Там место нащупать, чтобы залезть. Да, посмотрим. На этажку. У нас минус один. А, нет. Скорее всего, меня опоздан ранил, потому что меня как с запозданием ранили. А они в этот могут набрать, как его вам? Там выйти они далеко не могут. Последний этаж, так, боковое. Да, кидай, кидай, пока народу нет, там, наверное, лучше кидать. Что там с тигром делают? Йо! Что за снайпер, дики? Алло! И чё это за прикол? Ты как думал, него... Лиса? Нет, я опоздан тут бил, как? Лагает, видимо. А у него ПТРД. Как я его не убил? Чё, Эмти, как тебе ПТРД по вкусу? Ты дурачок, как ты меня пристрелил? Я? Ты не ты, базар. А ты в... я не знаю, я просто стрельнул. В тигры. Я просто в тигры стрельнул, и все, тебя ваншот. Меня опоздан убил, пишет. Я тебя с ПТРД только что по щам настучал. Откуда? Вот ты по мне вниз стрелял, вот вниз стрелял, это я был. Я тебе с ПТРД как-то на, я тебя убил? Да. А, все. Паша, а что ты там вылазил такой из-за дома страшненько? Я такой с ТТшника стою, у меня давайте наоборот эту миску еще раз отыграем. Мне понравилось. Да, сюда надо, слышишь, надо броники всем дать, потому что некуда реально патроны вдевать. Я с ПТРД бегал, по одному патрону перезаряжался в это здание вонючее. А что делает Булдир? Зачем он так крадется? Не знаю, Булдир вообще под текстурами так что сидел, его засосало. Ага. Он вылез из них. О, сейчас что-то этот раз как-то штурманули стрёмно. Да вы плохо штурмуете. Зыр, зыр просто. Смертный воин БДЕ. ППШ? Я не знаю, как я тебя пустил, я просто стрельнул типа в сторону левого колеса, с твоей стороны, и видно, убил. ПТРД ж дамажит насквозь. Я ж тебе говорил. А что с дымами тут? А? С дымами, что это такое? Это осветительная граната. А-а-а. Это не дым. Хаттаб, не лезь на лестницу, не надо. Хаттаб, лезь на лестницу и выходи в окно, вот просто. А можно в окно выйти? Ну, можно по лестнице зайти и Ctrl-C залезть. А, лол, там была такая лестница? Неплохо. Я хотел подавить вас, а вы бегаете там. Как таракан. Один на доме сидит, второй и около дома. Сейчас
Сейчас кто-то будет огребать. Блин, я... А гранат нет. Защитка пошла. Пошла. Через пол, да, въебали. Пошла мазута, ну. Оп. Смотри на спитера, тут через пол пола ходит. А чё через пол тебя убили, а нет? А потому что... Нет, там просто здание стоит неровно немножко, поэтому... Через пол там... меня убили. Да не, через пол тебя убили. Нет, там... Ну, человек вышел на входе, убил тебя. Почему хатап провалился под землю? Так, потому что там дом неровно стоит, и видно там моделирование, да, Паша, дома выключен? Да. А, вот из-за этого. Я хоть по кому-нибудь здесь попал там, блядь? Да, ты в щит попадал. Смотри, просто тактикул, это тебе не РП ваши. Ну, а зырь как надо заходить, а каждую комнату смотреть сейчас буду. Правильно. Russian Police. Надо будет, я щит перекрашу позже потом в русский. А второй лестница контролит. Народ прикалывается, и баг не помог. А я не ожидал, что он, сука, со щитом выйдет, блин. Мне это нравится больше, чем ВТН. Так слышишь, это самое, это ж еще... Тут есть низко, это питерские разборки во дворах, там пацаны бегают, ищут стволы себе, чтобы найти чисто. А, давай. Этот самый, а он этот вылез, короче. Там стяжки, то есть юзаем. А что за тык-тык-тык это у него? Тык-тык-тык это клин. Так. Когда патроны кончились? Единственный, блядь, с бронежилетом, сука, слился. Не, там еще кто-то с броником был. Не знаю, я без броника я нормально пострелял. Алекс, ребят, как к мину подбирать эту противопехоту? А у рюкзака нет, чтобы, кстати, одеть, да, Паша? Она в броник заходит, залезает. Разве? Да. Ну ладно. У них мины еще были, а как бы мы их раздефьюзили? Щитом. Лицом. Телом. Тут есть тазер, типа, и ты тазером бьешь и связывать можно. Типа мы так допросы устраивали. Просто биешников допрашивают. Фоксят. Блин, хочу попросить вас, давайте следующее без промедления, потому что я через 20 минут. Нормально. Опа. Что такое? Еще один минус. В середу до сих пор убили. Привет. И остался Шон там с этим. А кстати, вот этот чисто нормально так дамажит. Сейчас смотри, он чисто бежит. А так не понял. Все, понял. Ляп. Соседи буйные попались. Оп, увидел тоже график. Такие кадры, а? Сейчас дубласом не убивал. Знаешь, какое-то ополчение, короче, это хакерская атака была, вот. Это после ДОСа надо ставить ее, знаешь, типа сразу. Ну, да, хакеров нашли, которые досили. Опа. А чё, ничего. Блин, надо один щит выдавать. Там не один. Их там 2-3. Да. Чё, всё слили, кто? Мы выполнили?